Карманчик был. То есть первая полоса перехода, получается, была как бы в кармане там вот на сельхозе. А потом уже дальше полоски пошли. Я вот я только на первую полосу стала. И все. Была вторая, меня бы уже не было. Летел как сумасшедший. С одной легковушки в другую пересадишь, просто да. Другая машина, уже привыкать надо. Там же оно там все руль тяжелый, все тяжелое. Я прекрасно там нет, там гидроусилители стоят. Ну, конечно, ну там ты там не провернешь его там. Без гидроусилителя. Но все равно они легкие. Ну да, но все равно не такой, как здесь, правильно, по-любому. Надолго ли? По крайней мере, я вот сейчас вижу, что она красная и ровная. А то, блин, силуэты только видела, и вот такое все кривое. Мне все время двухдневки машины подойдут. Или багажники побиты, или крыши. Все кривое такое было. Подойду поближе, оно ровненькое. Искажение какое-то было. Прям вот кривое. Вот так, раз волной. А хрусталики смотрели, что с ними? Ну пока сказали, трогать не будем, давайте мы, потому что, говорит, что толку эти хрусталики сейчас трогать, если у меня жидкость заполняется сетчатка сильно. А-а-а. Надо убрать, чтобы жидкости не было. Тогда уже, говорите, хрусталик. Это, говорит, будет бесполезно. Что если мы сейчас займемся хрусталиками? То есть где-то воспалительный процесс идет, который не могу снять.